Välkommen på vår lektion. Det är öppen lektion för de som kan prata ryska. Добро пожаловать на нашу лекцию. Это урок шведского языка для всех, кто говорит по-русски. Då kan vi börja. Ska vi börja med datum? Начнем с дня, даты, да, сегодняшней. Как сказать? Сегодня 6 марта. И да. Итак, den 7 mars. Супер, jättebra. Helt korrekt. Idag, да, начинаем мы вот с времени, обстоятельства времени. И тогда вот Татьяна прекрасно просто справилась с тем, что нужно сразу поставить глагол после «идог», «я». И потом у нас идет субъект «де». «Идо» и «де». И потом Татьяна замечательно, замечательно справилась с сложным порядковым числительным. Не шесть, а шестое. Молодец. То есть у нас вот это вот шестое имеет вот такой вот шведский звук. СЕ всегда Х, потом идет Э, Х, а потом идет двойная Т. И тогда мы должны произнести очень коротко вот это Э. Хэтте. Да? И да, это хэтте маш. Да, да, хэтте маш. Как сказать, сегодня холодно. И да, де калт. Я. И да, де калт. То есть та же самая конструкция, да? И да, и де. Калт. Вот смотри, ты сказала ко, сначала сказала ко, да, на длинную а, но нам нужно произнести это как а, как короткая а. Калт, да, потому что у нас здесь, смотри, даже не два, а три согласные. Калт. И да, это калт. Как сказать, минус 6 градусов. Det är минус 70 градусов. Ой. 6 градусов. Лена, да, 6. Я, 6. И да, 6 градусов минус. Или 6 минус. 6 минус. И да, и да. 6 градусов минус. Ага, 6 градусов минус. Не минус 6 градусов. 6 градусов минус. Я, да. Но тоже можно сказать минус градусов, 6 минус градусов. Минус градер или секс градер минус. Так, давайте сейчас я скажу одну вещь, а вы мне переведете. Де коммер стормведер снат. Де коммер стормведер снат. Какая-то погода пришла. А, я лите не пришла еще. Быстро, как придет быстро погода с шторм или что? Нет, не шторм. Шторм, я сказала. Шторм. Шторм, я. То есть я слушала в новостях, что вся южная Швеция
hela södra Sverige, hela södra Sverige blir omfattad. Вся южная Швеция будет под штормом. К нам, ja. Also, к нам немножко придет. Det kommer lite grann till oss också. Till oss. Ja. Till so, oss, det, к нам. Ja, к нам. Ja. Det kommer. Это придет. То есть будущее мы можем сказать и вот с использованием глагола kommer. Det kommer storm, storm, väder. Потом я сказала snart, snart. Скоро, да. Snart. Да, то это по-настоящему. То есть вы смотрите, ну, как бы не выходите на длинное время сейчас на улицу. Придет снег, пойдет, очень много снега будет. Storm, storm, weather, штормовая погода. Штормовая погода, storm, weather. Storm, weather. А помните слово, которое можно заменить вот на storm weather, когда снег, когда ветер, вот это вот все. Непогода. Как оно по-шведски? Непогода. Не помним. Ну, подумайте. Weather. То есть мы оставляем weather, а потом я говорила, есть такая приставка. Которая означает не, да? То есть, да. Читать пока еще. Да. То есть мы просто прибавляем вот эту приставку у. Ой, вон так. То есть забираем вот, как это, убираем шторм, да, остается только ведер, погода. Потом прибавляем вот эту у. У ведер, ты коммер у ведер снач. Det kommer oväder snabbt. Snart skora. Snart skora, да. Snart. Har vi, когда мы произносим snart, då, тогда у нас есть правило. Правило. Вот произносить вот это RT, как только Т, да? И тогда будет snart, snart, длинное о. Скоро, скоро. Так, ра. Давайте потренируемся сейчас. Вы мне все, ну, расскажете, что вы сегодня делали. Вот сегодня прям, окей? До сегодняшнего урока. И доги. Окей? И будем употреблять прошедшее время. Ладно? То есть юде. Ва юде ни и до. Попробуем употреблять глаголы в прошедшем времени в претеритуме. Юде. Воды. Юде. Делали, да? Да. Что вы сегодня делали? Несколько предложений или несколько глаголов хочу. Подумаем немножко, подготовимся. Я могу про себя рассказать. Я jobbade från
8 till halv 5. Jag tog lunch klockan 11. Och då åt jag soppa. Soppa till lunch. Можете перевести то, что я сказала? Ну, с утра были на работе, а ланч был суп. Суп был на ланч. Точно. Когда я на, то есть как я сказала промежуток времени еще. Я йоббаде фрон. Что-то до половины 12-го или ну, фрон это как вперед. Нет, до половины есть, пятого. Да, до полпятого. Я сказала. До половины какого-то времени. Хальфен. Фрон отта тиль хальфен. С восьми до полпятого. Фрон надо говорить, да? Фрон да. Отта с восьми. Да, я сейчас напишу это выражение времени. Фрон, то есть когда период, тогда вот фрон, это как бы с, да, или из, потом, значит, фрон опта, а потом вот это тиль, тиль, к, хальв, фем. 16.30. То есть можно сказать 16.30. Но можно тоже сказать half. То есть вы замечательно все поняли, что я суп ела и что я работала. Ря, скажи, кто у нас насчет? Давай, Лена. Лена, что ты сегодня делала? Я леди кидок. А, ты леди, ты вакиле. Я окте. На велосипеде, то как сказать? Медмин сикель. Сикладе. Ты сикладе. Я сикладе. Я сикладе. По Лидл. Я сикладе тиль. Тиль. Я сикладе тиль Лидл. Да? Я сикладе тиль Лидл. Я... Vad köpte du på Lidl? Vad köpte du på Lidl? Что ты купила? Lidl. Jag köpte i Lidl. Nej, på Lidl. På Lidl. På Lidl. Снова ошибка. По Lidl. Bröd. 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 Gurka. Ja. Глаз. Глаз. Глаз или глаз? Глаз. Глаз. Мумс. Мумс. Глаз. Глаз. Кокур. 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 Ок. Гудис. Гудис. Конфеты. Я, гудис. Гудис. Еще инсалат, и забыла, как сказать инсалат. Салат. 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 Ро. Можно повторить, если я повторю? Давай, давай, повторяй. Я сикладе ки не венталите и док. Jag är ledig idag. Ja. Jag cyklade
Кіль. Лідел. Я. Як шопте. Я. Гурка, салат. Брод. Брод. Глас. Ок, гудіс. О, гудіс. И потом, как это будет потом? Оксен. 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 Я, як вента по лекхун. Оксен вента де йоге по лекхунен. Вента де йоге по лекхунен. Я, окей, бра. Bra, super. Mycket bra. Det här uttrycket och вот этот вот а потом, да? И потом. Потом так, после. Да, да, да. И это такой хороший хорошая фраза. То есть вы прям вот, знаете, можете связывать все вот эти вот свои предложения в вашем рассказе вот этой фразой. И вы говорите не «ок», а вы говорите «о», да? И будет «осен», «шёптеяк», «саладсуя», «осен», «октеяти лидер», «осен», «сиклодеяти бока». «Осен», «сиклодеяти бока». Йо, пресис. «Осен», хорошая очень фраза. Даже можно вот иногда, когда слушаешь человека, да, и хочешь его как бы немножко направить в это русло рассказа и показать, что ты интересуешься, то ты как бы спрашиваешь «осен», а дальше «и дальше». То есть как с вопросительной интонацией это может быть как такой вопрос во время чьего-то рассказа. Усен? Это вот по-русски может быть, например, как ну и что? Типа, ну и что дальше? Усен? Хорошая фраза. Да. Ну что, давайте тогда, Татьяна, кто из Татьян хочет рассказать? Idag, jag lärde i svenska, lärde? Nej, lärde, lärde mig svenska, och sen ja. går till gick. Till salon jag praktiserade, nej, praktiserade. Och sen jag kommer till hem. Sen kom jag hem. Kom jag hem. Hem. Ja. Ja. Och vänta urok. Vänta på lektionen. Ja. Jättebra. Jättebra. Så kom, praktiserade, lärde mig. Когда ты сказала, я учила шведский. Lärde mig svenska. Aha. А это как переводится, учила это, ну вот, «le de me». Вот как это переводится дословно? Так, дословно «учила меня». Ну, то есть получается, конечно, странно, да, «le de me», но если, то есть дословно переведешь непонятно. «Учила меня саму», «учила меня саму». А тогда нужно переводить как бы в страдательном залоге «училась», «училась», «я училась».
А да? Как сказать, я училась, да. Ну вот так и сказать, лэдами. Да. Или учила. То есть смотри, у нас ведь получается вот в этом глаголе, да, учила, да, учила, учила шведский. А вот если мы переведем со шведского лэдами, то у нас есть вот такая вот си. И это си, вот это, оно же означает себя, да? Себя. Ты как бы учила сама себя. Училась. Лэдами свенска. Сейчас напишу здесь. Лэдэ. Лэдами. Ну, знаешь как? Лучше, конечно, сказать вот то, что ты делала, да? Ты как бы студирар, студирар свенска. Ну, так тоже можно сказать, лядами свенска. Но тогда... Okay. Если студера, йог студера свенска. Студера де свенска. Студера де свенска, так проще, наверное. Мне. Да, 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 студера де свенска. Но ты можешь еще сказать, где, то есть когда ты просто скажешь, я лядами свенска или студера де свенска, то тогда не ясно. Ты как бы сама дома сидела, да? Я могу так понять. То есть если я не знаю, что ты ходишь на специальный курс, то я могу понять, что ты сама как бы сидишь дома, открываешь учебник и учишься. Да. Если ты вот так скажешь. Лядами свенска, лядами свенска. То есть скажи, ты можешь сказать, в каком месте? Это что это там? Какая-то школа? Карен from Украина. Курсы. Курсы Украины. Оно там как курсы для украинцев. Я, бра. Покушен for Украинаре. Лерде мей. Свенска. Учила шведский. Покушен. For Украинаре. То есть вы называетесь украинцы. Кушен. То есть ты имеешь в виду именно вот этот курс. Очень хорошо. Och sen praktiserade du på en frisersalong, på en frisersalong, eller hur? Ja. Jag ska напишу. То есть практиserade, очень хорошее, да, хорошее verb. А потом вот это вот, смотри. По, предлог по, на фрисер, фрисер. Салонг. По en frisersalong. Практиserade. Går det bra på praktiken, Татьяна? Går det? Nej, jag bara sitter. Jag sitter och tittar. Ja. Jag напишу. Вот можно так прям, да, jag sitter, sitter och tittar. Men bra. Det är också nyttigt. Det är också nyttigt. Это тоже хорошо. Сидеть и смотреть. Я бора ситтер о титтер. Мен, йог виль йоба. Ты виль йоба, окей. Виль ду клиппа. Виль ду клиппа. Да. Я.
Men nu räknas det som jobb. Nu är det jobb för dig. Это твоя работа сейчас. Я? Титта, о, титта. Хорошо. Давай, Татьяна, которая не Шульга. Которая Шульга. Которая Шульга, ой. Даже не знаю, что рассказать. Утром будет... Ну, и морон, и... По моронен. По моронен, вар, по курсам, по Украине. Я, присед, мен, я, блин, вента, лите грам. Ты очень хорошо сказала. По моронен, вар, моронен, вар, это верб, да, была. Не была. не забудь субъект. Var jag. Ja, precis. På morgonen var jag. På kursen för ukrainare ja. Till till klockan 12. Ja, jättebra. Och sen? Och sen jag måste gick och sen gick jag och sen gick jag till skolan. Till skolan. Till skolan. Ja. För za min dotter. Nu förstår jag. Du gick till din dotters skola. Bra, okej. Och sen gick hemma. En gång till. Och sen gick vi, потому что это было... Gick hemma. Hem. Я уже рассказывала, да, что когда ты меняешь твою позицию, то есть вы были в школе, а потом ты поменяла позицию. Да, то это хем, когда вы идете или на велосипеде едете, или вы на автобусе, все равно вы поменяете место, и тогда будет всегда хем. А, хэма – это если я сижу дома. Да, а когда ты уже там внутри, в твоем доме, и ты там можешь есть, телевизор смотреть. Тогда хэма. Помните, я рисовала такой рисуночек? Да, только что чуть-чуть подзабыли. Да, в движении хэма. Да. Вот это, значит, дом. И когда ты вот туда идешь, да, это может быть горы, это может быть циклар, окер, то есть глаголы, которые означают передвижение. И вот это ты здесь, да? И это может быть и твоя дочь, там целый класс или кто угодно. И вот тогда мы все время говорим хэм, хэм. То есть не гик хэм, а сэн гик я хэм. Так, мне не нравится. Так, мой телефон. Все. Так, что ты хотела сказать? Да. А потом я рисовала такой, да, тоже домик. И вы в этом домике внутри можете делать... Что? Значит, нигер, совер, да, титапотиеве, совер и так далее, да. И тогда ты там внутри всегда говоришь, что ты дома, хэмма. Это. Да. То есть перевод. Домой. Мы идем домой, да?
Это будет him домой. Домой. Надеюсь, что видно. А перевод дома это хемма. Заканчивается на а. Можно, то есть и хемма, и дома заканчивается на а. Хемма дома. Хемма. Присис. На а заканчивается. Так можно запомнить. И опять, если ты там уже внутри, то это все хемма, дома. Я дома, я от хемма. Точно будет. Замечательно. Я go хэм. Я, я go хэм. Я, все хэм. Я, Альт хэм. Я. Я гольхем, сиклахем. Или ты хочешь? Я виль гохем. Я хочу пойти домой. Я виль гохем. Тоже так можно сказать. Да. Когда ты хочешь что-то. Или ты пойду домой. Я ска гохем. Да? Ска гохем. Я буду идти домой. Да, да, да. Но если я ем дома, то ее это... Я, это лунч хемма. Обедаю дома. Это лунч. Я стеда де хемма. Я, стеда де хемма. Я, абсолютно. Это бра. Супер. Ну что, давайте сейчас тогда. Скажите что-нибудь, ваши вопросы. У вас есть какие-нибудь вопросы к уроку, которые вы заготовили или которые сейчас возникли? Не, за Хэма это очень интересно. Уже как-то и ясно стало больше. Мы уже раз разбирали. Я точно помню, что нельзя говорить «ти». Да, 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 никаких предлогов, никаких предлогов, потому что это не существительное. Хэм о хэмма – это не существительное. А наречие. Ну, может быть, ну, то есть, если вы в грамматике, то есть, как бы не очень так сильно, да, то можно сказать так, что никаких предлогов, просто все. Так. А, давайте еще одну разберем. Татьяна сказала, что она дочку забрала, да? Ты не знала, вот когда забирают ребенка, они так и говорят, я его забираю. Так и говорят. Не то, что я вот поехала в школу моей дочери, и мы потом обратно поехали домой. Да? То есть можно было просто сказать, я сейчас сотру это все и скажу вот этот глагол. То есть для этого у них вот есть такой глагол. Хэмтаде. Йоге. Хэмтаде. Мин. Доктор по скулам. И тогда ты имеешь в виду скулам, это вот именно школа твоей дочери, определенный, вот ты имеешь в виду только эту. Светлана, вы сказали, что я забираю дочь, а здесь слова как забираю нету. Вот оно, хэм таде. Вот это оно означает забирать. Да, забрать. Мы его можем сейчас разобрать на все эти, на все. Вот как на Виллисе, например, висит вывеска и пишет хэм тахар. Я, забирай здесь, да. Забирай здесь, да? Да, да. То есть, например, вот я сейчас сказала, что
буквально они так говорят, когда забирают ребенка в из детского сада или школы. Хемтар, да? Но хемта забрать можно все, что, ну, все, что другое. Например, вот когда хочешь забрать еду из ресторана, а не сидеть в ресторане. Да, то ты говоришь я will хемта. Я will хемта. Забрать. Хемта — это слово как забрать. Да. Не могу там забрать не только ребенка, а все, что я хочу. Да, ну, да. Все, что я забираю. Да. То есть в ресторане, например, ты заходишь в ресторан и говоришь я will хемта. И тогда они понимают, что они тебе сготовят еду, упакуют в коробочку, в мешочек и дадут тебе. Ты что? Хемта. Я забираю. Ну да. И то есть все, что ты хочешь, ну, то есть когда вот ты делаешь вот это вот, как бы ты рукой забираешь, да, вот так вот. Да. Дюхемтар. Ну, то есть, это какой хороший глагол, можно сказать. Я то хочу я... забрать мои анализы, например. Да, ну, да. Да, да. Хемта, хемтамина, трувер. Я не обязательно домой, я просто забираю. Да. Это слово да. Забрала. Давайте напишем все эти глаголы. То есть у нас сначала всегда императив, потом у нас инфинитив, потом у нас пресенс. Так, значит, хемта. Вот у нас тогда на вилисе было хемта хар. Забери здесь. И это было точно, вот эта вывеска хемта хар, забери здесь. Это точно прямо вот я вот вполне даже уверена, что по интернету ты идешь в Виллис по интернету в компьютере, заказываешь, значит, все, что ты хочешь купить. Тебе там в Виллисе на месте все собирают в пакет. И ты приезжаешь на машине вот именно к этому окошечку, да, там какая-то дверка или окошечко. И ты прям, ну, заходишь и берешь свой пакет. Хемтар. Забираешь. Сейчас такое есть. Есть такое? Да. Хемта. То есть забери здесь. Ну, в Икее уже есть такое, да? Там вообще даже в магазин не надо заходить. Ты по интернету в Икее заказываешь все, что ты хочешь купить. Потом подъезжаешь к Икее. Ну, там такое место есть, там, наверное, тоже есть вот такой, типа, хемтахар. В машине сидишь, и тебе на тележечке подкатывают все твои, все, что ты заказал. И ты загружаешь к себе в машину. Все, тебе не надо заходить прям. Онлайн-заказ. Да, онлайн. Интернет-заказ. Да, по интернету, ну, сам хемтар хэльв, то есть сам забираешь. Так, инфинитив, я хочу, да, хочу забрать, я will хэмта, я will хэмта. Вот этот инфинитив с приставкой идет, да? Хэмта точно так же. Мостер. Да. И, ну, она не приставка. Это не приставка. Это тоже глагол. Он называется вспомогательный глагол или модальный глагол. Вот хочу. Вильхемта. Или должен забрать. Мосте хемта. Да? Или буду забирать. Ска хемта. Так, дальше. В настоящем времени. Это первая группа, большая группа. Хочу, чтобы вы мне сейчас построили настоящее время. Хемтар. Я. Абсолют. Хемтар. Да.
Ну, давайте дальше продолжаем. Хемтаде. Бра. Хемтаде. И супину. Я. Хемтад. Так, давайте сейчас потренируемся. Так, вот, например, как сказать, я уже забрала дочку из школы. Я уже забрала дочку из школы. Поскулан, я бра, но я же сказала, очень хорошо, замечательно. Сом где-то. Нет, я сказала, уже, я уже за. Вот муж приходит с работы. Я уже. То есть вы используете совершенное время, совершенный залог, да, вот у нас так называется. То есть уже. Светлана. Да. А вот хемтаде и йог хар хемтад. Вот можно сказать хемтаде? Или уже, если вот конкретно про забрала дочь, это йог хар хемтад. Вот хемтаде, это неправильно, что я забрала ребенка? Это правильно. То есть они грамматически и то, и другое правильно. Но. Если использовать при этом еще и время, то есть, например, вот мы говорим про время, например, вчера. Мы говорим про вчера. Тогда будет правильно грамматически сказать «хэмтаде». Ты что? Да. А если мы говорим про сегодня, еще день не кончился, время вот это вот, про которое мы говорим, не кончилось, то грамматически верно будет сказать «я хар хэмтад». То есть вот то, что мы сейчас говорим, вы используете прошедшее время «хэмтаде», «сикладе», «щопте», «ляде», «мэй», «окте», «ик». Это все вот это вот прошедшее время, да? Это как бы не совсем, ну, правильно, если бы я использовала выражение «сегодня», что ты сегодня делала. Только вот я скажу «сегодня», нужно сразу вот сюда, потому что сегодня еще не закончилось. Да. Но если бы мы говорили про вчера, ну тогда уже вообще только вот это вот. «Хэмтаде», «сикладе». А вот как мы говорили, я утром училась, это же тоже, наверное, «схар». Йокхар, что там? Ну подожди, вот если ты скажешь утром, то это утро уже прошло, это прошедшее время. Да, то тогда... А если ты говоришь, вот я сегодня училась. Да, а тогда будет hard let me. Hard let me. Да. Вот думаю, понятно, но тяжело, надо привыкнуть. Не чувствуем сильно грани. Да. Грани очень такие четкие. Но... Значит, можно сказать так, если вы будете говорить про сегодня и использовать хэмтаде, сикладе, ладене, йик, променераде, твэтаде, студираде, практисираде. Очень хорошо. Говорите. Ничего страшного. Единственное, я хочу просто, что когда вы будете слышать вот эту форму, хар твэтад, хар гот,
har studerat, har praktiserat, har lärt mig. То тогда вы поймете, что это... Вы... Именно сегодня. Да. Сегодня вы не, не бойтесь, потому что шведы в повседневной жизни очень часто разговаривают вот именно вот в, этих, в этой форме, завершенное время, но как бы оно всегда относится к вот этим выражениям времени, которое еще не закончилось. То есть действие закончилось, да, завершенное действие, действие закончилось, а время, которое вы обсуждаете, оно не закончилось. Поэтому, конечно, очень часто про это вот так вот говорят. Вот. Вчера вечером, например, я хотела сказать, что я повытирала уже все столы на работе. Да, после. Да, да. И я начала говорить «я юде побуден». Меня мой напарник исправил и сказал «я хар юрт». Да. Я говорю, поэтому я еще больше запомнила, как прошлое занятие, что вот я хар ю. Я уже сделала, то есть, так? Да, 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 да. Я уже сделала. И я хотела сказать, что я уже сделала. Просто. Да. Ну, не побуден там, не уточнять там стол, что я уже это уже помыла. Да, я хар ю. Возьми еще вот это «де». Это. Я уже это сделала. Я ютчила. И потом, значит, смотрите. Вот хороший вот этот глагол «сделать». Мы его разбирали? Я, по-моему, мы его разбирали. Разбирали-то. Да, поэтому я и запомнила, и хотела сказать «я юда». «Я юда». Mm-hmm. Так? Да. И когда мы говорим, то получается очень-очень как бы опасная вещь здесь. Я юте, я юте. То есть ты произносишь вот это det, да, вместе с глаголом. И вот эту тоже har, ты его не произносишь, вот это r, оно редуцируется. Здесь будет только ch. Я юте, вот здесь это «ты» не произносится. Вместе будет очень-то, конечно, такая фраза, которую можно и как бы и не понять. Я юте, я юте. А в вопросе ты уже сделала, ты сделала? How do you do? Кто тебя, Бог спасет? How do you do? How do you do? А? Я, я ха, ха, я. Я юте. Юте, да, юте, да, юте. Да, да, я юте. Я юте. Юте, да. То есть у нас получается, ну то есть можно. Но уже если понимаешь, что спрашивают, то уже, я думаю, много, хоть чуть-чуть понимаешь. Ну да. Ты хочешь ответить. Очень хорошо, что вы уже по чуть-чуть. Уже хотя бы чуть-чуть различаешь, где глаголы, где разделяешь. Да, это очень, да, да. Разделяешь слова даже, да, где одно слово кончается, другое слово начинается. Это очень хороший навык. То у тебя как бы не одно длинное слово, да, ты слышишь? По-разному бывает. Если особенно заглатываются последние буквы, то, конечно... Я по дороге ехала и слышала, тетенька с собачкой гуляла, по телефону громко говорила, я услышала фразу сегодня. Ну, потихоньку же едешь, потому что снег падал. Ну, снежная погода. И она сказала фразу... Я скуле виля комма. Я присесть. Ты правильно поняла это? Вот она у меня как-то осталась. Да. Я это слышала сегодня. Да, 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 да. То, что мы с тобой вчера говорили, разбирали вот вежливую фразу. Давай мы ее напишем опять. Ну, конечно, очень замечательная фраза.
Вежливая. Кома. То как оно будет тогда переводиться вот правильно? Я хотела бы прийти. Кома, прийти. Я хотела да. бы прийти. Я скуле вилья. То есть вот эта фраза «я скуле вилья» переводится как «я бы хотела» или «я хотела бы». То значит, она хотела бы где-то прийти, и я-то услышала. Да, уже куда-то хорошо. Она хотела прийти, присесть. «Я скуле вилья кома». Кома. Да. Скуле вилья кома. И потом у нас идут, смотри, потом у нас идут глаголы, которые ты хочешь использовать. И они все должны быть в инфинитиве. Вот эта дама, она вот это, комма, прийти. Инфинитив. Да, инфинитив. Потом, значит, что-то еще, например, хотела бы уйти. Уйти. Го. Это как будет? Уйти. Го. Го. Так. Да. Я скулевила. Го. Го. Хэм. Телексампель. Например, да? Домой. Я хотела бы уйти домой. Вот, например, когда ты подходишь и хочешь что-то купить. Скулевилья шерпа, когда такой маленький магазинчик, да, и там индивидуальный сервис, и скулевилья шерпа что-то. Или в кассу на железнодорожный билет. Я скулевилья шерпа билет. Тиле стокон. Билет в стокон. Давайте потренируемся. Как сказать? Я бы хотела выучить шведский язык. Учить шведский язык. Скуле вилья лерна свенска. Лара мэй свенска. Лара мэй. Лера мэй, ну, для себя как бы. Да, да. Я, correct. Как сказать, я бы хотела купить большой дом. Я бы скулевилья шопа турхус. Jättebra. Сторхус. Элхус. Ja, då blir stort. Annars är det jättebra. Jag skulle vilja köpa storthus. А как сказать, я бы хотела купить маленькую квартиру. Я скуле вилья шопа смол лите лагенхет. Литен лагенхет. Я литен лагенхет. Лагенхет. Как сказать, я бы хотела поехать в Париж весной. Йобскульвили ока Париж Тиль Париж и воре и воре, то есть весной, которая вот придет. И воре. Jättebra, jättebra. Как сказать, я бы хотела поесть. Не, я бы хотела пойти в ресторан сегодня.
Я бы хотела пойти в ресторан сегодня. Скуле вилья го тиле ресторан иду. Я абсолют. Пора, пора. Не тиль, а по ресторан. По ресторан. Я скуле вилья го по ресторан иду. Jättebra. Duktiga. Så, вот эта фраза «я скуле вилья» и потом все вот глаголы, которые ты хочешь, да, все вот эти вот ключевые глаголы в инфинитиве, она очень хорошая фраза. То есть выучите ее «я скуле вилья». Замечательно. Ну, как у вас дела в этой школе? Татьяны, вы ходите в эту школу? Татьяна, расскажите, как у нас дела? Да нормально дела, ну... Что-то знаем, что-то запоминаем, что-то нет, что-то все равно надо. А но... что-то вспоминаем вас, говорим, а да. Вот это нам говорила Светлана. Ой, это да. Да. Ну, что-то тяжело даются, ну, лично мне про номер. Про номер. Ну, там сильно, ну, если просто там Mayday, Хенет, ну там же свой, мой, твой, тебе. Давайте на следующий урок это повторим. Да, вот это каша, каша. Мы уже проходили, но мы бы еще, Светлана. Абсолютно, повторим пронумы. Там как-то, ну, просто когда субъектив, объектив, субъектив, да, там. А потом начинается вот это сид, и вообще уже все. Ос, вот путаешься, ос, эр, да? Да, R, да, да. Ну, даже в голове не укладывается эр как-то пока еще вообще. Да, да. Да, когда сначала просто там Mayday, Хуном, Хене, там эр, ос, дэм, еще ничего. Но когда накладываются следующие, то все. Теряемся. Да, да. Пока это такое самое тяжелое. Mm. Ну, пока. Ничего. Но в следующий раз мы возьмем тогда, повторим вот эти субъект-форм, объект-форм, повторим, и возьмем еще немножко вот эти притяжательные, да? Мой, его, да. Ну да, что можно сказать? Это только тренировкой, тренировкой. Запоминается, иначе не запоминается. Номен. Да. Просто оно что-то в голове еще до конца не уложилось, и оно новое накладывается, накладывается, и все. Понятно. Теряемся. Ну, так нормально. Ну вот давайте возьмем, например, вот одну вещь в качестве такого завершение, да? Вот мы разговаривали про номины, да? Яг, мэй. Это вот я говорила, в субъектной форме это яг, в объектной форме мэй. Или хан, хоном. Хун, хенне. Ду, day. Ну вот хотя бы вот эти вот. То есть вы говорите, что это уже как бы сидит, да, да, в голове, да. А потом вот я помню, Лена как-то говорила, хочу, значит, знать, как тебе, да, как сказать, тебе, например. И вот самое такое замечательное, что нам не нужно запоминать еще большие формы, например, тебя, да, меня,
ее, его, а к тебе будет только с помощью предлога. То есть ты просто прибавляешь предлог till. Till me. И будет уже мне. Ко мне. Я till honom. Или till henne. Или till. То есть предлог. И уже будет, смотри. Till day. К тебе. Это все равно получается направление, как иду к тебе. Да, да, иду к тебе. Я kommer till dig. Я приду к тебе. Или, например, я бы хотела прийти к тебе. Я skulle vilja komma till dig. Till dig. Honom, то к нему? Да, к нему. Да. Или к нему или ему. К нему или ему. Ему тоже, например, ты сделала подарок ему. Ему сделала или дала ему подарок. Я gav present till honom. Ему подарок. Я дал present till honom. Или ты что-то ему дала. Gav pizza till honom. Пиццу ему дала. Просто без к нему, а ему, да. Даже просто ему, да? Тоже будет, да, да. Но уже добавляем к нему. Да. Его и ему. Да. Его хоном, а ему тильхоном получается. Да, да, да. Правда? Хорошо. Или вот, например, если взять нее, то есть мы, например, говорим, мы говорим обо мне, да, или мы говорим о нем, то есть мы, во-первых, предлог о, потом еще изменяем это, нам нужно знать нем, или мы говорим о ней, мы говорим о тебе, да, то есть нужно изменять много. А в шведском ты просто предлог изменяешь. И, например, мы говорим обо мне. Тогда будет om, обо, om, 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 om. Мы говорим обо мне, om mig. Vi pratar om mig. Или мы говорим о нем. Vi pratar om honom. Мы говорим о ней. Vi pratar om henne. Мы говорим о тебе. Vi pratar om dig. То есть нам нужно знать только предлог, который должен применяться. Вот. Ом. Угу. В этом смысле легче, правда ж? Да. Только запомнить надо. Да. Ну, запомнить один предлог ом намного легче, чем запомнить все эти вот, если по-русски учить, все эти нём, ней. О. Да. Так, у нас уже час прошел. До Илья така ир. Я вил така ир. Я спасибо вам. Да, я хочу благодарить вас. Вас.
То есть вы не эр. Да, эр в форме объекта. Men jag vill tacka er. Я напишу здесь сразу. Ni видит er. Винеди. Ос, ос, эр, де. Да, получается. Винеди, ос, эр, де. Ви, да, ви. Будет ос в объектной форме. Мы повторим в следующий раз, еще потренируемся. А то же самое будет о них, ом, от. Я омос, омос. До. А нас, о нас, омос, о нас. О нас. А о них омэр. Я. Нет, а вас, о вас омэр. А о них омдом. А дом, дом. Я. Тогда будет, значит, дом. Удом. Я, помните, говорила, что они произносятся абсолютно одинаково. Дом, дом. А, не дем произносится, а дом, да, все равно. Да, все равно. И то есть и здесь будет произношение вот это вот. Дом. Здесь и здесь. Да. То есть ом дом, о них, ом дом. Например, может быть, вы скажете, я думаю о них. Я думаю ом дом. Да, ок дом. Окей, я тенкер ом дом. Тенкер ом дом. Думаю, тенкер, тенкер. А я про... Тенкер ом, так? Тенкер ом. Я тенкер ом. Я вас... Дом. Я тенкер ом дом. Трур – это верю. Трур. Не должен? Ну да. Трур. А тикером я нравится. Считаю. Тикером, да, это уже, как я говорила, фразовый глагол, где ты ударение ставишь на вот эту частичку. Тикером дом, тогда будет нравится, мне они нравятся. Я тикером, тогда вот это вот предлог нужно, ну, выделять интонацией. Светлана, а подождите, у меня что-то все поломалось. Я думала, тикер ом – это нравится. Да. Да. А если, а вот вы говорите, я думаю о thinker, них. Тикер, не тикер, все. Я. Мен в то же время, да, то есть есть выражение, или где ты употребляешь тикер только как глагол, а он принадлежит как предлог к существительному. И тогда это будет не тикер ом, а тикер ом нонти. Думаешь про что-то. Например, я могу сказать, что ты думаешь про эту книгу? Вот тикер ду ом ден букен. Вот тикер ду ом ден. Что ты думаешь об этой книге? Вот тикер ду ом ден букен. Du. Vad tycker du om det? Что ты думаешь про это? Да. Могу написать. То есть Om din boken. Об этом. Да.
То есть, или, например, что ты про это думаешь? Вот. Тикер ду. Ум. Дея. И здесь вот у нас, смотри, тикер и ом. Но это уже разные части предложения, да, которые здесь у нас один глагол тикер. Один глагол. А вот это предлог, который принадлежит или приклеивается к вот этому det, ом det, об этом. А если бы было вот тикер он, то что нравится, ну, да, да, тебе? А тогда не спросить. Тогда можно сказать, вот это вот тогда что? Не, ну вот что тебе нравится? Что нравится тебе? Что тебе нравится? Вот тикер он. Вот тикер он. И да, и здесь тогда этот глагол тикер он у нас фразовый глагол, и этот он принадлежит уже, этот он принадлежит этому глаголу. Вот тикер он, ты ударение делаешь на он. Вот тикер он. А здесь, вот в первом вопросе, ударение на этот глагол, на глагол. Тогда это будет, что ты думаешь об этом? Да, да, что ты об этом думаешь? А здесь, а что тебе нравится? Такая тут тонкая грань. Тонкая грань, да. То есть просто глагол. Все. Да. Все висит на ударении. Все висит на ударении. То есть фразовый глагол состоит из глагола базового и предлога очень часто. Тогда нужно выделять именно вот этот предлог. Значение может быть совершенно другое. Вот как мы уже вот разобрали здесь, да? Первый простой глагол «тикер», он означает «думаешь», «тикер». Думаю, думает. Тикер. Просто тикер. Вот тикер. Что ты думаешь? Вот тикер. Вот, даже вот сейчас даже возьмем вот это вот, выбросим он две, да? А просто вот тикер. Что ты думаешь? Замечательно тогда будет. Еще нагляднее. То есть в этом вопросе у нас есть просто один глагол тикер. Что ты думаешь? Вот тикер. А вот во втором вопросе вот тикер ом. Слышите, да? Я выделяю частичку ом на это предлог. Если тикер ду он, то это в любом случае нравится. А если да, просто тикер, то ты думаешь. Да, да, да. Тогда лучше его не употреблять. Тогда ты думаешь. Я, прикинь. И потом ты можешь... Хороший глагол. Например, ты можешь сказать, ты что-то там говоришь своему ребенку, предлагаешь что-нибудь. Давай пойдем в парк поиграть. Да, что ты думаешь? Ватики, да? Типа, хорошо или плохо? Хорошая идея или хорошая? Ватики, да? Тоже можно сказать, что да, когда простой глагол, то мы ударение вот делаем именно на глагол, когда мы говорим что-то. Потому что очень часто именно глаголы, это
слова, которые несут нужную информацию. Новую информацию. А когда у нас вот такой сложный глагол, вот нужно просто его, ну, всех выучивать их, можно сказать, да, сложный глагол или фразовый глагол, он состоит из базового глагола и предлога. Вот тогда нужно знать, что ударение делается вот на эту маленькую частичку. Все висит на ударении, да. Сложно, надо запомнить. Да. Практика. Да, только практика. Только практика. Чем больше делаешь усилия, да, над чем-то, чем большее количество раз ты с усилием вытаскиваешь какую-то информацию на поверхность своей головы, да, своего сознания, тем сильнее она у тебя закрепится. Вот, например, подумайте про зеленую полянку, такой газончик, да, через которую люди пробегают дорогу скоротать. Да? Вот один раз он пройдет по этому газону, ничего как бы не изменится. Два раза пройдет, еще пройдет. Сто раз пройдут, или там тысячу людей пройдут по этому газончику, и образуется тропинка. Так вот. И у нас. Да, да, так делают эти нейроны, которые находятся у нас, это клетки в мозгу, да? Знаете, что они делают, когда мы учим что-то новое? Они связываются друг с другом, делают связи, вот как бы эти тропинки. И чем большее количество раз мы тренируем вот этого, да, тем толще вот эти связи. Потом они будут такие толстые, что у вас просто автоматом все будет. То есть вам не надо будет даже задумываться, он тебе выдаст все этот мозг сразу же на шведском языке. Хорошо. То есть все, что от нас требуется, это что? Каждый день... Топтать тропинку. Да, топтать тропинку. То есть 5 минут, 10 минут, а может 15 минут, да? Много не надо. Но каждый день. И получится у нас хорошая тропинка. Okej, nu ska vi avsluta. Jag vill tacka er för den lektionen. Ni är fantastiska, ni är jätteduktiga. Tack, tack. Tack så mycket. Tack själva. Vi ses. Ja, vi ses. Vi ses. Lena, vi ses klockan 6 imorgon. Och vi ses på måndag klockan 5. Ha det så bra. Ha det så bra. Hej då. Hej då.